Наскільки наші городяни полюбляють в'язані речі? Запитаємо. Любим. А які види можна? Шерстяні. Натуральні. Ну да. Больше вязаным, конечно, они теплее. Они теплее, нежели остальные, особенно шерсть. То есть больше люблю. Так, а какие виды вообще одежды у вас в гардеробе вязаны? В основном свитера. В основном свитера, конечно. Это первое. И носки. Особенно, которые вязала мама. Кардиган, свитер, юбка. Этого очень хватает. Много, много вязаных вещей. Да. Желательно натуральные. Любите, да, вязаны? Конечно, обязательно. Да, в них уютно. Любите вообще вязаные вещи? Конечно. А сам не вяжете? Нет. Вязаные? Да. Конечно. Вы уже достали, уже достали. А сам не вяжете? Ну что? Нет, нет, подруга вяжет. Если связала, допустим, ну, хороший человек, то да, то шерсть, ну, вязаные пойдет. А если не хороший человек? Тогда не пойдет. Вязаные вещи любите носить? Конечно. Не очень.